168 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки экспортировали из Башкортостана в страны ближнего и дальнего зарубежья с начала года. Это почти на 11 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Продукцию закупили Азербайджан, Бельгия, Германия, Грузия, Дания, Латвия, Казахстан и Узбекистан. Специалисты надзорного ведомства выдали почти 4 тысячи экспортных фитосанитарных сертификатов. Специалистами отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан с начала года проконтролировано и досмотрено более 63 тысяч тонн пшеницы, 6 тысяч тонн ячменя и 23 тысячи тонн льна. Всего зерновых вывезено из Российской Федерации более 80 тысяч тонн. Пробы, отобранные из партии груза, прошли различные экспертизы в Башкирской испытательной лаборатории. Как показали исследования, все зерно и продукты его переработки соответствуют требованиям стран Европейского и Таможенного союзов.